Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня видео я снимаю не одна, а со своей мамой. Светлана. Она у меня очень скромная. В первый раз к вам сюда вот решила ее затянуть под Новый год, устроить такой сюрприз. Мы еще не одни, там еще малой ползает, лазит. В общем, я лохматая какая-то. Ну, забегала. Новый год лохматая. И сегодня мы хотели снять для вас... Вы очень много просили, у меня в комментариях писали еду из фикс-прайса. Сейчас мы с мамой будем пробовать еду из фикс-прайса и говорить вам, вкусно или невкусно, и что вообще. Я взяла немного еды из фикс-прайса, но подумала, какая-нибудь интересненькая еда. Вот, и подумала, что если мне понравится еда из фикс-прайса, потому что раньше я до этого ее не брала, одно что-то пробовала, и то мне сказали, там одни ешки, выкинь это все, я выкинула. Блин какой-то там такой, блин, знаете. Вот, и, в общем, мы начнем. Давайте мы начнем. Значит, первое, что мы попробуем, это вот такие вот хлебцы. Это, по-моему, хлебцы. Да, хлебцы хрустящие. Невская мельница к завтраку. Давайте состав посмотрим, потому что это очень важно. Какой состав? Я, кстати, из одних хлебцов... О, вот что, меня здесь... что мне здесь понравилось. Здесь написано без дрожжей, без сахара, без жира. В принципе, можно состав и не читать, да? Раз так, такими большими буквами написали, что здесь все, как это называется? Все... Без всего. Без всего. В общем, без всего. Без всего плохого. Без всего хорошего. Без всего хорошего. Ой, что же? Значит, можно смело есть. Мы верим рекламе. Выглядит на самом деле... Как тебе? Похоже на овсяные чем-то, кстати. Очень вкусные овсяные. Вот я ела последние. Хлебцы, как хлебцы пахнут. Так они пахнут. Ну-ка. На вафлю похоже. Кстати, что мне нравится в хлебцах, вообще, в разных. Есть хлебцы очень твердые. И у кого нет зубов. Хлебцы твердые, то они царапают десна. У кого нет зубов. А мягкие хлебцы самый раз. А если положить в рот, то оно будет таять во рту. Да, вот этот будет таять. Таять будет? Будет. Будет. Не тает. Да, подожди. А, ну если еще его смачивать. Хлебцы зачет, да? Да. Вкусненькие, мне нравятся. Вместо вафли. Как будто вафли без начинки. Да. Я, кстати, очень классный десерт знаю. Я вам покажу потом. Вот с такими вафлями можно тоже делать. Вафлями. Это уже вафли для меня. Хлебцами. Второе, что мы будем пробовать. Я взяла вот такие вот детское питание от 4 месяцев. Как раз моему малому через месяц уже будет 4. И интересно, можно будет ему давать это или нет. Состав кабачковое пюре. И все. Без сахара написано. Я забыла взять ложку. Сейчас приду. В общем, это то, что скоро я буду давать своему ребенку. Итак, пробуем. Мама, хочешь первый? Ой, ты не нюхала еще. Понюхай, ты бы стала такой есть. Вообще, да? Вкусно. Бедные детки. Блин, все питание детское такое. А полезное же, говорят. Ну, дети еще не гурманы пока. Ну, срок годности, наверное, у него это быстро заканчивается, так что лучше выкинуть, да, уже. Я это есть не буду, а пока ему будет 4 месяца. Да и вряд ли, наверное, я такое буду давать. Я лучше сама кабачки сделаю. Вкуснее будет. А еще, знаешь, есть что? Брокколи. Не лучше будет. Ты и уже... запах такой же будет. Ну, мы должны попробовать. Ну, надо, так надо. Я тоже не хочу это пробовать. Ну, брокколи еще хуже, мне кажется, чем кабачки. Ну, вкус более яркий. Просто я совсем недавно сделала себе супчик из брокколи, ты его не пробовала, он был очень вкусный. Это отстой по сравнению. Ну и запах. Запах брокколи, во всяком случае, в отличие от кабачков. И не очень хочется это ребенку давать. Бедненький. Я его пойму, если он не захочет это кушать. Ну, давай тогда яблоко, груша, слива. Вот это, я думаю, нам понравится.
Это же сладенькое. Думаю, нам понравится, и мы съедим это за обе щеки. Но потом. Добро. Вкусно, да? Угу. Вот это зачетик. А тут со скольки? Тоже без сахара, кстати, без добавления сахара. От 5 месяцев. Странно, почему от 5, а то от 4. Наверное, это более вреднее. Нет. Почему? Ну, у детей переваривается разное время, разная пища. Тут еще цветная капуста. Цветная капусточка. Мам, надо. Ну, как брокколи будет, наверное. Ну, надо. Да. Еще хуже брокколи. На, давай, не это. Да поменьше бы взяла бы ты так. Бедная. На что я тебя подписываю, да? Прости, мам. Какая гадость, это ваша заливная. Ля, не закрывается. Все, сломала. Взяла вот такие вот печеньки, сахарные. Давайте попробуем. Я люблю, очень люблю печеньки и сахар. Давай пополам одно. Давай. Свежее, сразу могу сказать. Зачет, я люблю, когда хрустит. Блин, мне нравится. Короче, я это съем вместе с чаем. Кстати, о чае. Взяли еще вот такой чай черный. С мягким вкусом. Подожди, здесь был этот. Тут было написано. Нормально вообще. Да ёперный театр. Вообще-то я брала чай с чабрецом. А-а-а. Вот как всегда, я взяла. Или я прочитала черный чай. Чай черный, а я прочитала чай с чабрецом. Такая взяла. Прикинь. Я с чабрецом хотела. Ладно. Мы его тоже тут подзаварили. Сейчас попробуем. Ну, обычный. Обычно черный чай. Я слабенький еще сделала. Обычный чай. Блин. Не, ну зато крупный листовой. Ну это я. Блондинка. Блондинка. Ой, что мы с тобой далеко друг от друга. Да, там подушки у нас. Это для малого все было постелено. Так что лучше бы я не двигалась. Так, дальше. Вот, такой десертик есть у нас. Итальянский десерт. Коломбо. Банановый вкус, шоколадный и так далее. Я уже потихоньку сладкое ем. С малым все нормально. Выглядит вот так. Я пробую. Похоже на банановое тесто. Кто-нибудь делал банановое тесто? Банановый там штрудель, еще что-то. Да? На кекс похоже. Начинка. Нравится? Вкусно. Селена одобрямся. Одобрямся — это не фамилия, это значит, я одобряю. Взяла вот такие сухофрукты. Это компотная смесь. Яблоко, сушеные груши. Я не знаю, как мы это будем пробовать. Но я хочу открыть, посмотреть, что там. Натуральное, без консервантов. Вообще, я не знаю, зачем я... Что, компот хотела сделать? Или зачем? Да. Или просто я хотела... Компот сделаем. Или просто... Ну, с косточкой. Грязные. Смотри. Ой, боже. Подожди, а вот это что это такое? Это яблоко. Яблоко. Посмотрите, пожалуйста, сухофрукты. Я еще в рот взяла, мне уже аж плохо. Ма, ты видела это? Абрикосы, груши. Тут это грязь. Там. Ну, их надо помыть. Ну, блин, а я вообще никогда такие не покупала. С косточками все. Сухофрукты, ну, их сушат, и не мытые сушат. Господи. Яблочко. Не, я почему удивляюсь, потому что я сухофрукты беру, они все отборные, я, даже вот у меня лежат там бананчики, персики, это, семечко или семечко, или что это такое, большое это такое, мама нашла. Слива какая-то, ну, испорченная, наверное. Испорченная, ребята, вообще сухофрукты, отврат. Я такие больше никогда не возьму, и даже эти, не знаю, готовить не буду, или что с ними. Страшно. Ну,
в закрытой упаковке сухофрукты лучше не покупать. Да, это точно. Если бы она была прозрачная, то можно было бы уже увидеть. Кошмар. А ее сделали специально непрозрачную упаковку, чтобы не видно было, что там гнилые эти фрукты. Вот такое я взяла еще. Давайте к хорошему скорее, к приятному. Я надеюсь, что это вкусненько будет. Мама держит в ложке. Не доела, схалтурила. А ну дай. Это вот цветная эта капуста. Не хочешь? Не нравится? Так, вот что у нас здесь. Такие вот печенюшки. Они с арахисом, да, похожи? С шоколадом. Я арахис не люблю. Ну, попробую чуть-чуть. Ну, откуси. Ладно. Скажи, какие тебе больше нравятся? Те печеньки первые, которые были, или эти? А эти тоже вкусные. Ну, а я, честно, люблю такие печеньки, как первые. Я тоже не очень люблю арахис вот здесь, да? Не знаю. Чего-то не хватает мне. Но в целом неплохие. Ну, так, да. Вот угли. Ой, подавилась. Мне кажется, я много хайлайтера нанесла вот сюда. Мне как-то говорили, так много хайлайтера, как будто слюнки. А здесь у меня как будто сопельки, да? В общем, вот что я еще взяла, так как я люблю темный шоколад и 68% какао, горький шоколад, я должна оценить это. Коммунарка. Написано коммунарка. Коммуналка. Коммунарка написано, не знаю, что это значит. Ну давай попробуем. А ты как, ешь вообще шоколад-то? Ем, только чуть-чуть, я не хочу сейчас сильно. Немножко. Ну ты откуси прям. Я меньше ем. Тебе лишь бы повыпендрется. Горький, да? Нет, шоколад нормальный. Ну это горький шоколад, да. Горький. Он должен быть таким. Вкусный. Угу. Мне что осталось, это жвачка Орбит. Ну мы пробовать ее, наверное, не будем, что она такая же. Или давай попробуем. Давай попробуем. Давай будем честными. Гулять так гулять. Угу. Шоколад прям. В шоколад. Жвачка в шоколаде. Орбит в шоколаде. Арбуз. Ой, ну прям. Сейчас подумают, фикс прайс, чем орбит другой. Орбит, ну не в Африке орбит. Чего его брать и пробовать? А мало ли. Подсуну что-нибудь в орбит. Арбуз, да. Как в сухофрукты. В общем, дорогие мои, мы для вас попробовали всю еду. Все, что мы одобряли, да, можете брать смело. То, что не одобряли, подумайте 10 раз, прежде чем это взять. И, конечно же, дорогие мои, я жду от вас, что вы пробовали, что вам очень понравилось в фикс-прайсе. Прям говорите название, как выглядит. И... я, возможно, попробую, может быть, в следующем видео заценю ваши рекомендации мне. Вот. Ну и что ни в коем случае нельзя брать. Вот я скажу, сухофрукты вообще не берите. И вот эти брокколи, ну не знаю, может быть, для детей только, но сами их не ешьте. Не, можете есть. Кто любит. Да, это чисто детям. Ну, в плане, только дети маленькие не поймут. Да, они вкусные. В общем, все, мои хорошие. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто в первый раз. Я с вами увижусь в следующем видео. Ой, я с вами увижусь в следующем видео. Ну, а маму мою... я не знаю, когда вы увидите. Ну, как-нибудь. Она у меня вся деловая, вся в работе, вся в заботах. Сейчас она очень устала и тоже хочет уже умыться и лечь. Спать. Так что мы с вами прощаемся. Пока-пока. Пока.